ребята, давайте посмотрим. Вот и я. Я вам говорила, да, что мне немножко камера как-то сбой дает, когда загрузка. Привет, лис. А утка, привет, утка. Отлично. Hello. Я сейчас живет либо утка, либо мышка, так что ты должен быть счастлив. Говорила? Я тебе говорила. Сейчас будет. Потом. Я так и не разобрала, кто это нам звонит. Так, утка. Утка на кухне. Волк тут, зайка. Зайка ты, ага, падла. Подставил меня в прошлой серии, я тебя называла самым лучшим другом. А он бац и подставил меня в наглую. Сволочь, скажите сами, да? Утка, ага. Думала, что я тебя не замечу, но я слежу за тобой. Мерзкая я утятина. Как ты ем на завтрак, утка? Утка. Вау, ты уже испугался, ты подошла слишком близко. Привет, Мишка. Зайка? Зайка, господи, почему он меня так пугает нечто? Зайка? Ага, зайка, отлично. Утка. Мишка. Пса. Зайка и утка чересчур близко ко мне, я так считаю. Вот она, утка. 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 Зайка. Он мне за это еще уверенно и отплатит. Как? Я знаю. Ага. Эта игра меня уже немножко с ума сводит. Всякий раз, когда смотрю все отражения, вижу эту. Не знаю почему. Ощущение, что он стоит за мной. Под топки. Я его не вижу. На мой лучший день. На мой лучший день. Зайка, все, все на месте. Все тут. Утка. Утка, ты чересчур близко. Утка. Утка. Не разговаривай, чтобы ты меня обидела. Папаня твоя, я терплю тебя только потому, что это игра. А я предложил, чтобы тебя почеркнуть. Ну, костыль трепит башкой. Не-не-не, ты мне тут только попробуй появиться. Текст с мигом окажется у тебя в клюве. Да, может быть, она для него и пришла. Пока. А ведь эти штуки так страшно нарисованы. А Мишка, вот этот Мишка уже жутко нарисован. Давай как мой ничёшник. Давай как появится.
заяц. Утка опять на кухне. Да. А нет, утка уже вышла из кухни, Мишка тут где-то. А вот заяц. Заяц. Я слежу с тобой, заяц. Ты не посмеешь. Ты не посмеешь отойдиться, потому что я слежу за тобой. Слежу за тобой. Утка все время на кухне. Уже один раз только зашел Мишка. Помните, не дважды. Но вот заяц единственный ходит голодный. Вот почему он такой серьезный враг. Голодный враг – самый страшный враг. Ну ничего, не стоит вас. Она стоит. Утка, давай уходи. Будь хорошей девочкой, утка. Хорошей девочкой, утка, убирайся. Не тяу, чашки, ужасно, все отвратительно, все мерзко, все просто загрязнено токсичными отходами. Ай, ох, костра. Сейчас, давай. Держим оборону. Оборона. И оборона наша. Ага, утка. Дай-ка. Ага, зайка, мишкарь, волк, замечательно, волк, заяц, утка, мишка. Давай, 6 утра, давай, 6 утра, с утра, давай, о, зайка отошел, отлично, утка, 6 утра, давай, 6 утра, 6 утра, давай, 6 утра. Давай, 6 утра, давай, 6 утра, давай! 6 утра! 6 утра, давай! Давай, уже что ты реально слишком долго? А 6 утра, я уже не знаю, что делать, давай! Ну почему? Почему мне снова? Так, давайте, ладно. Давай, мужик, расскажи что-нибудь. Алло? Алло? Я раньше ничего не понимала, то, что говорил этот мужик. Теперь я вообще ничего не понимаю. Они разбежались! Блин! Мишка! Утка! Утка на кухне. Мишка, зайка тут, волк торчит. Там что, Фредди сам звонил?
гад. Он посмел позвонить нам, и он убил того мужика, и еще и позвонил нам. Вот сволочь. Пятая ночь, последняя ночь. Five nights, ladies. Отошла. Айка, Мишка, Лис. Все, в принципе, на приличном расстоянии. Будем держать оборону дальше. Кстати, внимание. Ставьте себе. Я отпускаю вот эту вот штучку. Вот видите, она летает, называется мышка. Там скример. И он непоколебимо. Но я довольна все равно сегодняшней игрой, так как мы прошли четвертую ночь. А это значит, что нам ничего не страшно. Итак, друзья, давайте спасибо за просмотр этого видео. Так же, как и я, боялись, пугались. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, приглашайте друзей и обязательно предлагайте свои любимые игры любого жанра и любого стиля. А я с вами прощаюсь. С вами была Буристика Брэдлинс Гейм. Удачи вам, пока!